На конкурс дети читают стихи, стихотворение Сурикова «Детство». Читает Шумкова Анастасия, 9 лет. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой. И свернулись санки, и на бок хлоп, кубарем качусь я под гору в сугроб. И друзья-мальчишки стоят надо мной, весело хохочут над моей бедой. Все лицо и руки залепил мне в снег, мне в сугробе горе, а ребятам смех. Мне это стихотворение понравилось, потому что я очень люблю зиму и я очень люблю кататься на санках.